Иначе, но хуже дальше не пойму, чему толпа так рада. Слушая, как песня, дураки, ебу друг друга морально. В нос, в рот, и в жопу, они крутые, что ты, сыкуны, теперь в кумирах. Это их работа, хотя чего там говорить, нельзя забыть время, когда один ебал мозга всему рэп-поколению. Своим уходом со сцены фэны на измене. А сегодня вот он, встречайте, вернулся гений. Эй, рэп, лицемеры, пора бы знать меру. Спрячьте свои сраные амбиции, пора лечиться. Если даже серые теперь читают рэп, то я уже не в силах что-то изменить. Скажи им, Вася, здесь вам не Америка, здесь вам Европа. Идите вы нахуй, пошли вы. Тот самый кукол-шоу-балет, когда на сцене с битами взрывают планопакет. Потом с мусорами ищут объездные пути, чтобы не встретить нацистов, не получить пизды. Беда русского хип-хопа заныкана там, где кончилось братство, началось стремление к высоте, в силу прославиться, сделать больше, жать суп. Хотели как лучше, потом получилось мул. Без мысла в куплетах, без души в припевах. Слушать невозможно больше половины рэпа. Мое мнение об этом, каждый дрочит как хочет. Кто в андеграунде, а кто-то под ТВ как хочет. Мне ближе первое, а ты выбираешь второе. Тебе слава нужна, а мне что-то другое. Скинуть заносы, заебетесь, не туда залезли. Послушать правду о себе порой полезно. А я теперь нас ненавидеть, ополчаться, игнорировать или мучать своих куплетов, чтобы выше этого. А лучше сделать вид, что вы не в курсе о происходящем. Так намного лучше сохраняться честь и имидж вашей. А наши песни он подсовы и такие про любовь, которой вы не знали. Умные такие, только не за годы половые. Вы напиханные в бит, Василий, снова говори. Здесь вам не